изначально просто потому что люблю рисовать. Спустя там года два я решила, что хочу связать с этим свою жизнь и пойти поступать на какое-нибудь художественное направление. А что больше всего нравится писать? Пейзажи, портреты? Больше портреты. Мне очень нравятся светлые большие кабинеты, много предметов. И второй год уже обучаюсь. Вот, и мне очень нравится. А что больше нравится? Живопись, красками рисовать. Ну и карандашами тоже. А что больше любишь рисовать? Ну, еще люблю на компьютере рисовать. У нас есть компьютерная графика в школе. А что именно нравится рисовать? Природу, людей, животных? Ой, мне все нравится, и природу, и людей, ну и вот вазы, кувшины тоже. Натюрморты, да? Угу. Какие оценки получаешь? Оценки только хорошие. Это потому, что хочешь стать художником? Ну да. Продолжают учиться ребята. У нас больше теперь пространства, больше воздуха. И в этом историческом здании, да, в котором художественная школа с 1945 года, мы продолжаем наши традиции академическому рисунку, обучаем детей.